эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Опянова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Борьба с пьяными водителями продолжается. В ГИБДД подвели промежуточные итоги работы в этом году. Время для прогулок, отдыха и веселья. Центр внешкольной работы организовал фестиваль дворовых игр. Космобол на 5 с плюсом. Воспитанники детских садов Сарова попробовали свои силы в новом виде спорта. Далее расскажем обо всем подробно. С началом лета в жизнь россиян пришло много нововведений. Так, теперь все компании должны привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. Операторам сотовой связи запрещается продавать сим-карты и заключать договоры с абонентами за пределами стационарных торговых точек. Это означает, что купить сим-карту на улице или в метро больше не получится. Эксперт ожидает, что эта мера позволит снизить количество телефонных мошенников. Также 1 июня закончилось соглашение о заморозке цен на сахар. Ранее оптовая цена сахара песка ограничивалась 36 рублями за килограмм, розничная – 46 рублями. С 1 июня маркировка сыров и мороженого стала обязательной. Эти товары будут помечать двухмерным кодом системы «Честный знак» на упаковке. В ГИБДД Сарова подвели промежуточные итоги работы в этом году. Среди значимых результатов – снижение числа аварий с пострадавшими. Какие профилактические операции проводили дорожные полицейские? Скольких пьяных за рулем задержали? И сколько ДТП с участием детей произошло в нашем городе в 2021 году? Нашей съемочной группе рассказал начальник ГИБДД Сарова. 25 ДТП с пострадавшими произошло в Сарове за 5 месяцев этого года. Для сравнения, в ковидном 2020-м, проведенном в самоизоляции, таких аварий было больше – 27. Кроме того, обошлось без погибших. Уменьшилось и количество раненых – 27 против 35. Снижение у нас по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием детей – это тоже отрадно. С 4 до 2. К сожалению, все-таки допустили мы одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-велосипедиста. К сожалению, ребенок переезжал на велосипеде через пешеходный переход. И по его предполагаемой вине ДТП и произошло. За 5 месяцев в городе поймали 24 водителя, которые сели за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения. За это время произошло 2 аварии с участием пьяных автомобилистов. Один из них – так называемый повторник, то есть в отношении него уже ранее возбуждали дело за езду в нетрезвом состоянии. И в этом году он вновь стал фигурантом сводок ГИБДД. Водитель автомашины «Газель» 9 мая вечером, продвигаясь по улице Зернова, на перекрестке с улицей Арзамасская при повороте налево не предоставило преимущество движения транспортного средства Volkswagen Passat, которое двигалось ему навстречу в прямом направлении. Совершилось с ним столкновение, в результате которого ребенок, к сожалению, пострадал. Пассажир автомашины Volkswagen Passat. Александр Косенков отметил, что из года в год растет количество тех, кто передвигается по городу на электросамокатах, гироскутерах и так далее. Соответственно, увеличивается число аварий с их участием. Начальник ГИБДД напомнил, что все эти категории участников дорожного движения относятся к пешеходам, и правила для них действуют соответствующие. Передвигаться нужно по тротуарам, а переходить дорогу по пешеходному переходу, предварительно спешившись. Полную запись интервью с Александром Косенковым можно посмотреть в рубрике «Без комментариев» на Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 8 странами. В список вошли следующие государства – Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикии, Марокко, Хорватия, Албания. Также увеличит количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афина на 2 рейса в неделю, с Египтом Москва-Каир и Сербией Москва-Белград до 7 рейсов в неделю. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Воспитанники детской школы искусств номер 2 приняли участие в международном фестивале кино и телевидения «Свет миру. Дети» в Ярославской области. В течение недели жюри, в состав которого входили крупные режиссеры, художники-аниматоры, телеведущие, анализировали работы 70 участников из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В итоге анимационный мультфильм саровской медиастудии «Фристайл» «Хранитель маяка» получил диплом лауреата первой степени, а ребята победили в очном конкурсе роликов, снятых непосредственно на фестивале. В Нижегородской области стартовала акция «Веловега» для всех школьников, их родителей и педагогов. «Веловега» – это не гонка, не спортивные соревнования, а путешествие в свое удовольствие. Для участия необходимо подать заявку на платформе «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области», совершить велопрогулку, сделать фото или видео со своим железным другом, записать трек своей поездки, используя любое мобильное приложение, записывающее ваш маршрут и определяющее местоположение, выложить информацию в любую социальную сеть с рассказом о любимом маршруте, не забыть про хэштег «Вега52» «Веловега2021». Все участники акции получат электронные сертификаты.
парке имени Зернова отметили День защиты детей. Для маленьких посетителей подготовили концертную программу, шоу «Мыльных пузырей» и игры и конкурсы. Мобильный технопарк «Кванториум» провел мастер-класс и познакомился со своим оборудованием. А военный оркестр Саровской дивизии сделал ребятам музыкальный подарок, исполнив несколько известных композиций. Подробности далее. С большим квадрокоптером все намного сложнее, потому что, как вы видите, здесь нет чего? Защиты. Да, правильно. Примерить очки виртуальной реальности, принять участие в соревнованиях маленьких квадрокоптеров, а также попробовать своими руками построить и даже запрограммировать роботов, юные саровчане могли на выставке мобильного детского технопарка «Кванториум» в парке имени Зернова. Сегодня мы постараемся окунуть детей не только в компьютерные игры, это то, что касаемо IT-технологий, но и совместим компьютерную игру и с уличным вариантом игры «Змейка». То есть здесь мы задействуем наставника IT-квантума и плюс еще педагога-организатора. У всех желающих была возможность заглянуть в сердце «Кванториума», лабораторию на колесах «Газон Next», где под присмотром экскурсоводов можно посмотреть, как работает 3D-принтер и лазерный гравер. Мини-экскурсия подарила ребятам не только море ярких впечатлений, но и небольшие модели, изготовленные в фургоне. Можно увидеть, как животные шли, очень разные, как какая-то внизу штука, которая, как бы, если туда лев морду опускает, то она как бы становится как-то треугольной. Очень смешно. С 16 до 20.00 здесь проводили мастер-классы по 5 направлениям, которые преподают в «Кванториуме». Это VR, IT, геоинформационные технологии, робототехника и творческая мастерская. Записаться на них можно было предварительно. Я пришел где-то 10 минут назад. Я узнал, что маленький квадрокоптер может делать 3D-трюки, а большой квадрокоптер, который там был, он может стать высоту 500 метров. В честь празднования Дня защиты детей для саровчан приготовили еще много приятных сюрпризов. С 16.00 здесь действовала акция «Парк детям 2+1». При покупке 2 билетов на аттракционы 3-й получали в подарок. А на танцевальной площадке прошел концерт с участием детских творческих коллективов города. Центр внешкольной работы вновь начал свой традиционный летний проект «Дворовая практика». До конца августа несколько площадок в разных районах Сарова будут по будням открыты для школьников. Педагоги и наставники организуют для детей игры и конкурсы, проведут спортивные соревнования, квесты и челленджи. Открытие площадок предварил фестиваль дворовых игр, на котором побывала наша съемочная группа. С наступлением лета у школьников исчезают все заботы и проблемы. Чтобы ребята не скучали дома, волонтеры и педагоги Центра внешкольной работы в рамках проекта «Дворовая практика» подготовили для них различные тематические площадки, конкурсы, квесты и спортивные соревнования, где ребята могут весело и с пользой провести свой досуг. В течение лета будут работать в городе 7 площадок, на которые ребята могут прийти, и Центр внешкольной работы с педагогами, со студентами организует досуг ребят на этих площадках. В честь начала летних каникул и открытие дворовой площадки «Мечта» активисты организовали интересные игры и конкурсы. Дети с интересом участвовали как в интеллектуальных, так и в спортивных состязаниях. Некоторые площадки настолько понравились ребятам, что они с удовольствием проходили испытания снова. Сегодня есть спортивные станции, есть творческие станции, где ребята могут показать. Это и танцевальные, это и игры бабушек и дедушек, это и современная игра «Боча», ну и поймать рыбку, рыболовная такая забава. Поэтому разные на разный вкус, на разные интересы. Те участники, которые успешно прошли испытания, получали специальные жетоны. Организаторы обменивали их на сладкие призы. Ну, я люблю разные праздники и мероприятия, где интересно. Здесь много игр, разные станции. Здесь интересно. Мне понравилось, где вот здесь нужно катать большие мячики, и нужно было соединить на... Где красный маленький мячик. У кого было ближе, тот и победил. Я выиграл один раз. Аниматоры и педагоги Центра внешкольной работы ждут всех желающих активно и весело провести досуг на площадках дворовой практики по будням с 15 до 19 часов. В Сарове впервые прошел муниципальный этап спортивного чемпионата школы «Росатома» по космоболу. Его участниками стали воспитанники 5 детских садов города. Каждая команда сыграла по 4 игры. Как проходил чемпионат и что из себя представляет космобол, расскажем далее. В рамках проекта школы «Росатома» департамент образования впервые провел в нашем городе турнир по новой игре космоболу. Принять участие в чемпионате могли как мальчики, так и девочки. Причем у прекрасной половины получалось ловить пасы ничуть не хуже. Поддерживали своих подопечных воспитатели и инструкторы по физической культуре. Ругали, хвалили, давали советы, переживали за каждого юного спортсмена.
спортсмена. Космобол – игра новая. Правила сходу пришлось осваивать и детсадовцам, и судьям, представителям Федерации футбола. Космобол похож и на гандбол, и на футбол, только мяч нужно не пинать ногами, а бросать руками. Элементы гандбола скорее присутствуют. Также работа с мячом – то же самое, что и футбол. Только единственная укороченная площадка. Ворота смещены, площадка сужена. Но 5 человек играет на ней, потому что это очень много. Я не знаю, как это там они там с ушло играют. Ну, в принципе, ручной мяч. По признанию организаторов, малыши продемонстрировали хорошие навыки владения мячом и слаженной работы в команде. Игра вышла очень динамичной и захватывающей. Ребята получили массу положительных эмоций. Мне это понравилось, эту игру. Я буду в эту игру учить моих друзей. Мы очень готовились и тренировались. Мы держали себя в руках и боялись, что мы проиграем. Команда детского сада номер 1 стала победителем муниципального этапа. Ребята получили право участвовать в следующем дистанционном этапе чемпионата. На лыжной базе прошел традиционный весенний кросс лыжников. Юным воспитанникам спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» и взрослым спортсменам предстояло преодолеть различные дистанции – от 600 метров до 3 километров. Как проходили соревнования, расскажем в следующем репортаже. Для лыжников-гонщиков лето не время для отдыха. Чтобы показать высокие результаты зимой, нужно тренироваться круглый год. Прежде чем приступить к летней подготовке, спортсмены проверяют силы в традиционном весеннем кроссе. Эти соревнования являются открытием летней оздоровительной кампании, так как после зимнего сезона есть небольшой перерыв, когда ребята отдыхают, когда восстанавливаются. И вот эти соревнования первые наши, это как бы дается старт начала лета. Яна Сабитова призналась, что этот старт дался ей нелегко. Девушка готовилась к экзаменам в школе и не всегда успевала тренироваться. За лето Яна планирует наверстать упущенное и подготовиться к всероссийским соревнованиям по лыжероллерам. Вообще летние планы у меня большие. У меня будут все лето сборы. Первый сбор будут в Лесной Поляне проводиться, вторые – Саранск. И так как наш город будет проводить чемпионат России по лыжероллерам, то, соответственно, третий сбор тоже будет в Сарове, я на нем тоже буду. По итогам соревнований победителям и призерам в каждой возрастной группе вручили дипломы и ценные призы. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус, ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 3 по 6 июня там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства – пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она съедет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 3 по 6 июня с 10 до 19 часов.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.